Короче, слухи. В жизни Надежды Бабкиной снова наступили перемены. Певица сделала пронзительное заявление. Едва оправившись от тяжелой болезни, она потеряла сначала своего мужа, а затем и работу на Первом канале. Умение прощать вообще великая вещь. Я, к счастью, этому со временем научилась. Раньше обижалась на всякую несправедливость, не понимала, за что в себе копалась, расстраивалась. Но в какой-то момент поняла, что жить обидой невозможно, и стала своих обидчиков жалеть и пытаться понять. Их изнутри сжирает зависть, злость и ревность. Вот они и жалят всех, несчастные люди. Я перестала жить обидами. У меня нет желания мстить. Как бы тяжело мне это прощение не давалось, я знаю, что, простив, прежде всего, себя спасу. Кто предавал меня и делал мне гадости? Они же с этим живут, а не я. Я простила, забыла и живу дальше. Сделанное зло их проблемы, а не мои. Для меня каждое предательство – это просто школа и наука. Приводит слова Бабкина источник. Любите свою жизнь.